Ударные Александр Широков. Инвешен. Бас-гитара Вадим Крутий. Человека, который не слышал пророк. Почти 15% всех людей в мире любят.
любит и предпочитает слушать рок-музыку. Солист Константин Бердяков. Здесь работает, блядь, пиздец. Thank you.
глаза и прочитай.
музыку. У каждого из нас свои любимые музыкальные жанры, свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать, свои любимые исполнители. Сегодня здесь собрались любители рока. И для вас звучит следующая песня в исполнении Анастасии Крутей. Thank you.
и заряжает энергия рока Анастасия Крутей. Thank you.
сцене Ольга Малахова с песней «Исповедь». Встречайте! Черные вороны, и дымился закат, кровавый на мечах.
нравится нам. Yeah.
Следующая песня всем известная, и мы думаем, что вы не удержитесь и будете петь ее вместе с нами. С нами и Анастасия Крутий. Старика врагов, что нравится ему, покормлю волков.
ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На вот среди ночи забыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Хей! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Время сегодня было потрачено не зря. С большим нетерпением мы будем ждать дальнейших встреч с вами, благодарными зрителями и слушателями. И не расходимся, у нас финальная песня, поем все вместе! Екатерина Ромашова! Молодцы! Молодцы! Гитара!
Еще давайте поаплодируем одному человеку, без которого это вообще ничего не было бы озвучено. Никита Грущинский, звук!